Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан, и добро пожаловать в прохождение карты. Хоррор-карты, ёханый бабай. Сейчас с Бэдисону хоррор-карту проходите? Это что-то какое-то, не знаю, ребят, у меня даже слов не знаю, нету. Я не знаю, как это объяснить, то, что я все же решил пройти какую-то карту и хоррор. Ребят, я не знаю. В принципе, знаете, что мы сделаем? Если вы хотите иногда хотя бы отдохнуть от троллинга, зомби и прочей всякой вот этой дичи, то давайте мы влепим большущий палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с картами, совместно с Жекой и, в принципе, какого-то хотя бы немного разнообразия. Поэтому, ребята, чем больше лайков наберем, тем больше в серии с картами будет выходить. И в этой серии у нас какая-то странная карта. Я не знаю, меня просто закинуло вот сюда на самом начале. И я даже не знаю, что делать. Что это за карта, куда мне идти и какая вообще история? Почему тут хоррор, что вообще тут произошло и многое другое. Так, что-то мне этот чувачок не нравится. Да? Так. Алло, 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 как мне выйти, алло? Ты тут? Твою мать. Прикольно. Так, скримеры на самом... О, кстати, ребят. Это подсказочка, походу. А, смотри. Так, ты заколебал меня. О, то есть реально, тут даже такие подсказочки есть. Прикольно, ребят, если хотите... Напишите в комментариях, я оставлю ссылочку на эту карту в описании, вы тоже сможете в нее поиграть. Да, кстати, подсказочка работает, поэтому давайте мы потопаем дальше. Так. А в чем история вообще этой карты? Я могу понять. Мы просто вышли на улицу, просто гуляем тут и все. Прикольно, ладно. Твою мать! Ладно. Пацаны, я вообще как бы, я тут нечаянно проходил, мы просто сегодня серию троллинга должны были записывать, а я... Прикольненькая карта. Прикольненькая карта. Уже три скримера с самого начала. Три. Вы слышите эти звуки? Я сейчас бабосрусь, честно. Так, ладно, нас закинуло в какой-то дом. Это не я, я даже не прикасался к этим дверям. Хорошо. Твою мать. Так, ладно. Охренеть, почему тут так много скримеров? Я реально сейчас обосрусь просто. Так, ладно, давайте пойдем в эту комнату. Там есть какой-то сундук. Сундук закрыт, да? Так, тут все закрыто. Все, больше не появляешься, паскуда. Ладно, ребят, что нам надо делать? Нам надо как-то выбираться с этой хижины. Смотри, там паук. А тут мертвая семейка. Мне показалось ли он голову повернул? Или мне пока. Не, мне показалось. Мне 100% показалось. Охренеть, я тут столько скидывал пласть, я так не обсирался, как тут. Так, хорошо, хорошо. Так. Так, релик. А, может быть помещен на изумрудный блок. То есть нам нужно найти изумрудный блок. Охренеть, в чем история этой карты? Или мы просто типа очнулись, все нормально, да? Куча всякой крени тут творится непонятной. Люди там, семейка всякая погибшая. Пацан, не, пожалуйста. Не. О, хорошо. Значит, я в верном направлении продвигаюсь. Так, а что тут у нас есть такое? Не... О, кноп. Что-то открылось, только я не могу понять, что. Давайте пойдем на второй этаж и посмотрим, что тут открылось. Так. Не очень так нравятся эти звуки страшные, ребята. Вот давайте вы сами поиграете в эту карту. Я реально ссылочку оставлю в описании, если вы напишите в комментариях. И скажите мне, сколько раз вы обосрались этих скримеров. Нереальных. Так, хорошо, хорошо. В этой комнате, надеюсь, скримеров не будет. Хорошо, пожалуйста, пожалуйста. У меня в инвентаре, в принципе, ничего нету. Давайте будем двигаться дальше. Ага, там есть какая-то кнопка. Точнее, кнопочка, комната, только ее надо как-то открыть. Кто топает?
Ребят, кто-то у меня прям охренеть, у меня от начала этой карты до сих пор у меня мурашки по коже. Я не знаю почему, это первый раз я в такую страшную хоррор-карту играю. Так, да охренеть, от красоток уже я посрался. Хорошо, так, рецепт мамкиного борща. Don't feed after midnight. Не кормить этого червяка после 12 часов ночи. Я его и так кормить никак не могу. Или как-то могу. Да, нет, вроде никак. Так, что у нас тут есть? Ничего у нас тут нету. Так, нужно запомнить то, что не кормить его. Не кормить. Хорошо, я запомню. О-о-о-о, здрасте. И тут тоже ничего нет. О, пока, пока. Тоже ничего нету. А тут... Скример! Нет, нету скримера. Нету скрим... Пока. Так, а тут у нас что? Чё-то я не очень так хочу туда заходить, если честно. Алло! Меня тут закрыли! В смысле? У меня аж микрофон дернулся от страха. А как мне выйти отсюда? А все открыли? Или чё? Алло, выпустите меня нафиг. Да чё за... Так, хорошо, хорошо. Допустим, это все попало. Допустим, я не забагал карту. Я чё... Да чё тут творится? Так. Ага! Так. Эта карта меня убьет, мне кажется. У меня инфаркт случится после прохождения этой карты. Так, тут ничего нет. Так, это что такое? Пацаны, я не хочу умирать! Я не... Алло! Охренеть, это все в Майнкрафте! Это прям реально Outlast 3! А чё мне... Так, прикольно, я... Я в ловушке, да? Как? Пацаны, так нечестно. Так. Замечательные просто карты. Так, идем дальше. Что у нас тут? Микрофон. Я тебя прошу, не делай такое. Что это было? Ладно, допустим, этого не было. Только я не могу понять, это бесконечная хрень какая-то. Смотрите, бесконечный кори... А... Так, блядь, уходим из этого проклятого коридора. Не хочу я тут быть. Так, уходим отсюда, уходим отсюда. Так, а где мы еще не были? Кто там опять топает? Мы в подвале еще не были, да? Походу, там подвал как раз таки... Да, подвал открылся после того, как я... Ой, ты сломал. Пацаны! Не, пацаны, не... Здрасте. Так, я сам себя, походу, в ловушку загнал, да? О! Если я... Подожди. Так! Валим отсюда! Валим! Так, мне интересно, в этой комнате что-то... А, он за нами топает? Твою мать, он за нами... Нет, он за нами не топает больше. Или топает! Пацан, я нашел рычаг, Сейчас я посмотрю, куда его можно ставить. Можно поставить... На вот этот, железный блок у нас где-то вот тут был, да? Да, вот он, я помню. Все, он больше сюда не зайдет. Так, тут еще есть какая-то дверь. Так, ребят, мы вроде движемся в правильном направлении. Как я понимаю, да? Надеюсь, в правильном. Вот тут что такое? Ой, что-то мне не нравится эта комната. Мне кажется, сейчас будет жопа. А! Уйди, сгинь! Так, а или может мне тут... А, реликвия. Редстоун, ага, значит я в правильном направлении двигаюсь. Так. Алло. И что это было? Это ветер, да, какой-то? И мне надо
Мне надо... Так. Ага, смотрите, на редстоун блок. Чё-то я не могу... Или вот сюда. Ёп твою! На паскуда сгинь, проклятая, мне чистая... Всё? Так, я... Я просто не понимаю, то что у меня есть вот эти реликвии, они должны быть поставлены... Вот смотрите, я их могу ставить на редстоун блок, пишет, да? Редстоун ор, ага! Не на редстоун блок, а на редстоун руду. Хорошо, странно, какие-то комнаты. Так, ну надо туда перебежать после вот этого ветра. Нет, тоже сюда не могу. Так, хорошо, я запомнил, я запомнил. Опа, так, no effects и poison. Нет, нет, не надо, спасибо. Опа, ага, подводное дыхание. Хорошо, значит, у нас тут уже намек есть, да, то что... Так, лазуритный. То есть, смотрите, у нас уже офигеть, как много... Опа, красавчик какой, оп! Нет, надо снять. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, хорошо. Я вроде продвигаюсь куда надо. О, посмотрите, ребята. Сейчас я демона буду вызывать. Я все собрал. Редстоун. Ай, вернись, паскуда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Редстоун. Да не надо мне на голову это одевать. Это что? Это лазурит. Лазурит. Это алмаз. У меня, походу, одной фигни не хватает, да? Алмаз и... У меня золота не хватает. А где мне золото найти? Так, что-то мне вот это не очень так нравится, потому что я столько бегал, и за это все время не нашел один нужный мне блок. Мне надо сейчас, походу, возвращаться обратно. Да что за дичь? Так, мне надо возвращаться обратно и искать золотой блок. А я не знаю, где он. Я вообще не знаю, где его найти. В принципе, ну ладно, сейчас мы что-то, ребят, попробуем. Во-во-во, нашел. Выключите криповую музыку, я вас... Привет, я вас прошу. Так, ребят, давайте, надо валить отсюда. Ладно, в принципе, мне кажется, я все уже нашел. Уйди, сиди, чистая сила. Так, валим отсюда, валим, валим. У меня есть последняя реликвия, мне кажется, мы сейчас сатану вызывать будем. Ай, нет, отпусти меня. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Мы подождем. Да. Сейчас все будет. Давай, ждем, ребята, ждем, пока эта фигня пролетит. И валим, валим, валим. Сейчас опять пролетит. Валим, валим. Так, 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 став, сатана. Твою мать. Опа. Так, это, походу, куда-то телепор, да? Алло, 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 я ничего не курил, я ничего не курил. Чё это было? Печеньки, это печеньки были, дайте похавать. Отравился, невкусные печеньки. Так, это походу сон был, да? Это сон был? Скажите, что это сон был, пожалуйста. А, да, смотри, никого нету. Никого нету. Все. Thank you for playing. Spectator mode. Спектаторы! Башка летающее привидение, смотри, какое привидение. Ребята, мне кажется, на этом уже можно заканчивать. В принципе, очень много. Просто охренеть, как много скримеров в этой карте. И именно этим она мне понравилась, потому что в этой карте даже нету ресурс-пака. Нету. Это все сделано без ресурс-пака на самой последней версии Майнкрафта. Поэтому, ребята, как я уже вам сказал, ставьте огромные пальцы вверх, если хотите, чтобы я вместе с Жекой иногда проходили не только там троллинги или еще что-то, а чтобы мы проходили карты. Чем больше лайк наберем, прямо сейчас, ребят, поставьте, мне кажется, не так-то сложно. И напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я выложил в описании ссылочку на вот эту карту. Ребят, еще раз большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.